Значение буквы «Т» говорит не только о склонности к размышлению, всестороннему обдумыванию как философских, так и житейских проблем, готовности помочь, но и об упрямстве, гордости и независимости, а вследствие этого склонность к ошибкам, не всегда правильной оценке своих сил и возможностей. Владельцы этого имени свою жизнь переживают намного больше, чем иные их сверстники. Нумерология указывает по этому имени явное равнодушие к чужим проблемам. Владельцы этого имени способны идти к своей цели, невзирая на препятствия и трудности, однако уязвимы и чрезвычайно зависимы от мнений близких людей. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Если владелец этого имени совершит дерзкий поступок, не думая о последствиях, то часто его ждет наказание. Окружающие восхищаются от этого человека, от его многогранной личности, независимости и индивидуальности. Прекрасные друзья, они, как правило, пользуются заслуженным авторитетом у окружающих. Негативные качества личности с числом имени 1, эксцентричность, эгоистичность, доминирование над другими. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Иногда владельцы этого имени даже преувеличивают собственное значение. У этого человека светлый ум, и они полны оригинальных идей. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Всем, чего владелец этого имени достиг в жизни, обязан исключительно себе. Такие люди всегда стремятся быть самостоятельными и независимыми. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.